Ожидания всегда положительные. Всегда, когда вступаешь в такие игры, хочется пройти как можно дальше и решить главные задачи сезона для нашей команды. Поэтому непростой путь однозначно. Дома ирландцы играют еще задиристее и самоотверженнее. Поэтому мы настраиваемся на серьезную игру. Игра покажет. Стоит ли болельщикам ждать каких-то изменений в плане тактики или состава по сравнению с первым матчем? Ну да, будут небольшие изменения. Опять же, мы исходим из состояния игроков на данный момент. Но завтра матч такой, когда какое бы состояние ни было, ребята любой увидят и все сделают, чтобы результат был в нашем. Вполне возможно то, что ирландцы завтра выставят автобус. У вас уже есть мысли, как вы будете скрывать такую эшелонированную оборону? Наигрываем определенные комбинации, настраиваем ребят на то, чтобы как можно больше били поворотов, независимо от расстояния. Но главное, чтобы было именно вот это желание забить гол, желание выиграть. И тогда и удары пойдут хорошие, и результат будет хороший. Как оцените внутренний микроклимат команды? Я уже как-то говорил, что даже когда я был спортивным директором, микроклимат на тренировках, во время работы мне нравился, он сейчас сохраняется такой же. Поэтому осталось только положительное, чтобы настроение после игр. Спасибо большое, удачи.